Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы с вами поделимся рецептом приготовления краковской колбасы. Это классическая польская колбаса, она считается полукопченая колбаса. Ее можно готовить двумя методами. Можно готовить полностью в коптильне, если у вас есть коптильня горячего копчения. Если у вас нету коптильни, ее можно приготовить в духовке и потом немножко докоптить в любой даже такой коптильне, самой простой, которая ставится на газовую плиту. Итак, друзья, почему мы предлагаем вам готовить домашнюю краковскую колбасу? Потому что в этой колбасе не используется никаких консервантов. Она очень вкусная по своим вкусовым качествам, она диетическая, потому что в ней нет никакой химии и вообще нет никаких консервантов. И если вы приготовите ее один раз, вы поймете, ощутите разницу между домашними колбасами и между тем продуктом, который вы можете купить в магазине. На самом деле, краковская колбаса, которая продается у нас в магазинах, она, на мой взгляд, не очень хорошего качества. Итак, друзья, для того, чтобы приготовить 1 килограмм краковской колбасы, нам понадобится 200 грамм зачищенной говядины, зачищенной от жилок, от всех сальных элементов, то есть это должна быть чистая пресная говядина, 350 грамм жирной свинины и 350 грамм нежирной свинины. Также для приготовления колбасы нам понадобится смесь 3-5 граммов смеси из черного молотого перца, кориандра молотого и сухого чеснока. Также нам понадобится натуральная оболочка. Мы используем натуральную оболочку. Это, собственно говоря, подготовленная засоленная кишка диаметром 40 мм. Эту оболочку вы можете купить на сайте Емколбаски. Ссылку на сайт я размещу под моим видео. Также вы можете ее купить на любых других сайтах или просто на базаре. Друзья, для того, чтобы приготовить краковскую колбасу, мы все мясо режем на кусочки. Покажи, какие кусочки. Если для мясорубки, то чтобы мясорубка. Да, ну размером 3-4 сантиметра. На кубике размером 3-4 сантиметра. И на сутки засаливаем их. Для того, чтобы засолить мясо, нам понадобится 10 грамм обычной соли и 10 грамм нитритной соли. Мы сутки назад порезали наше мясо, засолили его, оно у нас простояло в холодильнике. То есть вы режете мясо, засыпаете его, килограмм мяса, 10 грамм нитритной, 10 грамм обычной соли, хорошенько перемешиваете, чтобы эту соль равномерно распределить, чтобы равномерно все просолилось, и на сутки оставляете в холодильнике. Оно просаливается. После этого нам надо приготовить фарш. Мы его будем готовить в кутере в нашем, который я анонсировал в предыдущих видео. Вы же можете готовить фарш просто на мясорубке. Для того, чтобы приготовить фарш для краковской колбасы, вам понадобится не самая мелкая сеточка на мясорубке. То есть желательно, чтобы вот этот вот нож с отверстиями, отверстия были диаметром 5-6 мм. Чтобы получился не очень мелкий фарш, а такой средней фракции. После этого мы будем дальше готовить нашу краковскую колбасу. Итак, мы не используем мясорубку, мы используем кутер. Лариса загружает мясо в кутер. Сейчас мы его перемолим и покажем вам, какую фракцию фарша вам надо достичь через мясорубку. Мясо в кутер и начинаем его перемалывать. Наш фарш готов. Сейчас мы покажем вам консистенцию этого фарша. То есть у нас получился рубленый фарш, такой не самой мелкой, то есть мы его не в кашу порубили, а такой достаточно средней фракции. Можешь достать вот, на ладони и поближе. Да, вот так вот. Ну или держи, это далеко. Вот такой вот фракции у нас получился, друзья. Мы достаем наш фарш из кутера. Перелаживаем мысочку и тщательно перемешиваем с подготовленными набор специй из черного молотого перца, кориандра молотого и сухого чеснока.
Постарайтесь фарш перемешать со специями тщательно. После этого вы накрываете его крышечкой, так сделаем и мы, и отправляем наш фарш для краковской колбасы на сутки созревать в холодильник. Завтра наш фарш созреет, мы покажем вам, как набить, а после этого, как приготовить в коптильне методом горячего копчения, как приготовить нашу краковскую колбаску. И после этого, естественно, как обычно, проведем дегустацию. Лариса вымешивает фарш, и после этого мы его накрываем крышечкой и отправляем в холодильник на сутки на вызревание. Итак, друзья, мы продолжаем готовить нашу краковскую колбасу. Фарш, заготовленный нами накануне, простоял ночь в холодильнике. И сейчас мы будем набивать его. Набивать мы будем в натуральную оболочку, в кишечку, которую мы покупаем подготовленную. Мы сами ее не готовим, мы покупаем ее засоленную в интернет-магазине «Ем колбаски». Ссылочку я оставлю на интернет-магазин в описании видео. Лариса сейчас надевает кишечку на колбасный шприц. Если у вас нет колбасного шприца, вы можете воспользоваться мясорубкой со специальной насадкой. После этого мы заполняем шприц фаршем и покажем вам, как мы набиваем краковскую колбаску. Непосредственно колбаску. Вначале стравливаем воздух. И теперь начинаем наполнять колбасу. Колбаска получается. После того, как мы ее наполним, мы ее завяжем на традиционное колечко. И завтра будем готовить ее в коптильне методом горячего копчения. Таким вот образом, друзья, мы заполнили нашу колбаску. И сейчас мы вам покажем, как ее перевязывать. Итак, друзья, наша колбаска готова, и теперь нам надо ей придать форму традиционной краковской колбаски колечками. Для этого берем натуральный шпагат, выкручиваем колбасу и завязываем. Колечко. Колечко, друзья. У нас получается такой красивый цветочек. Колбасная клеточка.
Вот у нас, друзья, получились три таких замечательных колечка краковской колбаски. Сейчас мы их отправляем в холодильник на созревание. А завтра мы их будем готовить в коптильне методом горячего копчения. Наша краковская колбаска готова к приготовлению. Она пролежала сутки в холодильнике, прошла процесс усадки и созревания. Теперь мы ее будем готовить в нашей коптильне. Первый этап приготовления – это обветривание. Мы включим температуру 35-40 градусов. И с помощью обдува, с помощью конвекции при такой температуре будем обветривать нашу колбасу. Потом мы поднимем температуру до 80 градусов и подключим дымогенератор. Включим копчение. Если у вас нет коптильни горячего копчения, вы можете приготовить немножко по-другому. Вы можете поместить колбасу в обычную духовку с конвекцией, обветрить ее при температуре 30 градусов, первый этап. Второй этап приготовить при температуре 75-80 градусов. Важно достигнуть внутри палки колбасы температуры 70 градусов. И после этого докоптить в обычной коптильне холодного копчения, используя дымогенератор. То есть вот есть два таких пути, так как у нас коптильня совмещает в себе и духовку, и коптильню. Мы готовим в два этапа. Первый этап мы колбасу обветриваем, второй этап мы ее готовим уже непосредственно методом горячего копчения с дымом и совмещено это с термообработкой. Итак, помещаем нашу краковскую колбаску чудесную в коптильню. Итак, друзья, мы помещаем нашу колбаску в коптильню. Поместили краковскую колбаску в нашу коптилинку на обветривание. Обветривать ее будем при температуре 35-40 градусов в течение часа. Ну вот, друзья, прошел час. Все наши продукты, которые мы готовим методом горячего копчения, обветрились. И сейчас мы будем поднимать температуру до 85 градусов и подключать дымогенератор. Дымогенератор у нас уже запущен. Поднимаем температуру. Устанавливаем 85 градусов. 85. И подключаем дымогенератор. И теперь приблизительно 2 часа при такой температуре будет готовиться наше мяско, наши колбаски, наши охотничьи сосиски, подчеревина, колбаса сервелат. Мы все готовим в одной камере, готовим часто, готовим много, поэтому эта часть ролика будет снята общая для всех продуктов. Примерно через 2 часа мы будем контролировать температуру внутри нашей колбасы, внутри мяса. Температура, напомню, должна достигнуть 70 градусов. И примерно через 2 часа все наши продукты будут готовы. Вот дымогенератор подключен, и коптильная камера постепенно начинает заполняться дымом. Также поднимается температура. Наша краковская колбаска и домашняя колбаска, которую мы делали методом горячего копчения, готова. Мы ему дали остыть в коптильне. Готовилось оно 3,5 часа. И сейчас мы достанем и попробуем. Такая вот замечательные колечки краковской колбаски у нас получились. Вот, друзья, наша краковская колбаска остыла. Я проведу сейчас дегустацию для вас. Ну и Лиза тоже проведет дегустацию, судя по всему. Давайте первой дадим Лизе дегустировать. Лиза, ты у нас заявлена как главный дегустатор.
И какая же дегустация из рюмочки водочки, друзья? Физик очень нравится. Уже дегустация закончена. Ну, попробуем. Очень нежный мясной вкус, друзья. Колбаска краковская имеет вот такой вот вид на срезе. Палочки у нас получились ровные, аккуратные. Колбаска розовая. Вкус, как я уже сказал, мясной, с характерным запахом. Лиза хочет еще продегустировать. С характерным запахом копченостей. Сейчас я попробую еще со шкуркой. Шкурка у нас натуральная. Шкурка мягенькая. Вообще не ощущается. Ну и колбаску, естественно. Колбаска же это закуска, друзья. Отлично. Закусим. Великолепная колбаса с очень ярко выраженным вкусом именно краковской колбасы. Вот такой вот, как она продается в Польше, как она есть в Польше. Слюнки текут. На этом, друзья, наш видеорецепт мы будем заканчивать. Подписывайтесь на наш канал. Желаю вам, друзья, творческих успехов в ваших кулинарных экспериментах. Ставьте лайки, мы будем снимать для вас новое видео. Пока!